Здравствуйте, уважаемые сотрудники дома ребенка. Я Ксения, мама Черникова Максима. Мы с Максимом хотим выразить вам огромную благодарность за ваш нелегкий труд. Мы очень рады, что узнали об этой группе и попали к вам на реабилитацию. Я очень переживала, что Максим не сможет заниматься и оставаться надолго без меня. Будет плакать и капризничать. Но оказывается, переживала я зря. Теперь он каждый день с удовольствием, с радостью идет в садик. И даже в выходные утром всегда достает из шкафа одежду, колготки и просит одеть его и вести в садик. За те месяцы, которые Максим ходит в группу, он очень изменился, стал более спокойным, общительным, лучше играет с детьми. Даже на прогулке это заметно, на детской площадке. Потихоньку, глядя на других детей, вот во время обеда за столом учится кушать ложкой, научился хорошо пить из большой кружки и даже стал одевать штанишки, натягивает их после туалета. Появляются новые звуки у него, короткие слова. Показывает многих животных, новые предметы. С группы нам часто присылают видео, где Максим вместе с другими детьми водит хоровод, играет на музыкальных инструментах, принимает участие в различных групповых играх. Спасибо большое нашим всем воспитателям за эти приятные моменты, когда мы можем с улыбкой смотреть на успехи наших детей. Спасибо всем специалистам за ваше терпение, за доброту, за понимание, за хорошее отношение к нашим непростым детям, за добрые слова и за все успехи наших детей. Также отдельно хочется поблагодарить молодец, директора Максим. Сауле Кенжетаевну за ее нелегкий труд, умничка, Максим, за да? такую атмосферу в нашей группе и в целом в доме ребенка.